Северо-Восточное управление государственного морского и речного надзора отчиталось о проделанной работе в 2016 и первом квартале этого года. В рамках мероприятия состоялись публичные обсуждения вопросов осуществления безопасности судоходства, гидротехнических сооружений и лицензионной деятельности на внутренних водных путях Ленского бассейна. Также поднимались вопросы правоприменительной практики на территории республики. Если раньше работа государственного органа оценивалась по показателям привлеченных к административной ответственности граждан и юридических лиц, то сейчас ведомство отказалось от такой системы оценки своей работы. Сейчас оценка эффективности меняется, и чем менее нанесено ущерба жизни и здоровью граждан, чем менее произошло транспортных происшествий, аварий на нашей территории, на территории Республики Саха-Якутия, вот так и будет оцениваться наша работа.